Чебоксарах прекращено уголовное дело в отношении сотрудника водоканала. Он не оградил открытый канализационный колодец во время работ около одного из домов в микрорайоне Альгешево. В результате в него упала маленькая девочка. Обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявили сотруднику водоканала. Установлено, что 14 июня обвиняемый в нарушении требований безопасности в ходе выполнения работ по плановой промывке канализационных сетей в микрорайоне Альгешево не оградил открытый канализационный колодец у входа в один из подъездов дома номер 7 по улице Болгарстроя штакетным барьером, который ему был предоставлен. Тем самым была создана реальная угроза для жизни и здоровья граждан. Девочка ушибла руку. После осмотра врача ее отпустили домой. Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело прекращено. Он заплатит штраф 7 тысяч рублей.